Добрый день, друзья! В эфире 114 выпуск передачи «Новости Турдизии одной строкой». Я напоминаю наш формат. Вы задаете мне вопросы под этим выпуском, и я пытаюсь найти на них ответы. Итак, сегодня в программе. Продолжит ли Арас Болутын-Имли работать на телевидении или же уйдет на интернет-платформу? Когда состоится премьера сериала Netflix «50 квадратных метров» с Энгином Остюрком и Абуке Пусат? Подробности сериала «Организация» с Чаларом Эртугрулом и Денис Байсал. Закроют ли сериал «Неверный»? И новый проект «Бурджу Береджик». Итак, мы начинаем. Вопрос. Правда ли, что Талгахан Саешман завершил свою карьеру? Завершил или нет, я вам сказать не могу. Я знаю, что он поставил ее на паузу. Сейчас он занялся бизнесом, причем сразу два направления у него. Это строительство плюс текстильное какое-то производство. В общем, человек очень занят, у него достаточно много работы и без Турдизи. Последние все его сериалы были либо очень неудачные, либо шли на государственном канале медленно и печально, то есть в конце рейтингов, но не закрывались, потому что они идут на государственном телеканале. И он решил пока временно завязать с актерством и заняться более серьезным делом, тем более, что его супруга ждет второго ребенка, так что семья расширяется и надо позаботиться о потомстве. Вопрос. А раз Болутын-Имли после Чукура будет ли сниматься в турецких сериалах, кроме Netflix? Вообще пока непонятно, где он будет сниматься после окончания работы над Чукуром. Может быть, ему предложат какой-нибудь крутой сериал, и он снова пойдет на телевидение. Этого исключать я не могу. Сам он не говорил о том, какие у него планы. То есть можно только предполагать, что он пойдет на платформу, поскольку сейчас на платформу идут все, и Арас вряд ли станет исключением. Но опять же, говорить о том, что он не будет сниматься на турецком телевидении, он будет только на Netflix или только на Amazon, нельзя. Мы не знаем, что нас ждет в дальнейшем и какие будут перспективы у платформ и у телевидения, пока, естественно, никто не может вам сказать. Вопрос. Будут ли у сериалов новогодние каникулы? Новогодние каникулы, так же как и летние каникулы, бывают обязательно. И это не связано с тем, что съемочным группам нужно отдохнуть, там на праздники отвлечься или еще что-то в этом роде. Нет. Это связано прежде всего с экономическими потребностями. Летом, потому что снижаются рейтинги и продолжать сериалы, дорогостоящие в такой ситуации, очень сложно. А зимой, в Новый год, 1 января, заканчиваются контракты рекламные и перезаключаются договора. В этот самый момент, пока идет перезаключение договоров, никто не знает, будет ли продолжен сериал, или же рекламодатели скажут: нет, нас такие рейтинги не устраивают, ребята, мы не хотим продолжать вкладывать деньги, так что закругляйтесь. То есть сериал может с этих новогодних каникул и не вернуться. Все зависит от того, насколько быстро рекламодатели могут дать деньги, могут договориться с производителями сериалов и с каналами и продолжить работу, дав новый транш. Плюс еще банковские кредиты нужно взять, нужно оформить нужную сумму, то есть чисто бумажные вопросы нужно решить. В этом году мало того, что будут новогодние каникулы, но нам обещают, что эти каникулы могут затянуться. Поскольку ситуация совершенно непонятная, коронавирус, эпидемия, у многих рекламодателей просто уже недостаточно денег, они и сами разоряются, и давать рекламу в телевизионных сериалах они уже просто не могут. Именно поэтому будут большие сложности с перезаключением договоров. Многие сериалы могут не получить финансирование, но, например, государственный телеканал, с этим вопросом проблем нет. Сериалы государственного телеканала обычно на каникулы не уходят, поскольку, да, там есть тоже рекламодатели свои, но они живут в основном за счет государственных средств, поэтому они могут продолжить вещание и не зависеть от перезаключения договоров с рекламодателями. Все остальные будут ждать, пока рекламодатели изволят дать деньги. Вопрос.
Слышала, что государственный телеканал ТРТ-1 запускает новый сериал. Значит, у сериала «Меня зовут Милек» скоро финал. Вы правильно слышали, только одна небольшая поправка. Не сериал, а сериалы. Где-то будет 7-8 новых сериалов на телеканале ТРТ-1. Правда, некоторые из этих сериалов идут 60 минут, а не 2 часа, как обычно бывает в Турдизе. Но зато эти 60-минутные сериалы предполагается пустить 2 раза в неделю. То есть в любом случае, как говорится, хрен редьки не слаще. И, разумеется, все низкорейтинговые сериалы, в том числе и сериал «Меня зовут Милек», будет закрыт. Единственный вопрос – когда? Либо к Новому году, либо после Нового года, к февралю. Здесь уже зависит от политики ТРТ-1, когда они запустят новые сериалы. Сказать я ничего не могу. Но та же компания, которая делает сериал «Меня зовут Милек», сейчас готовит новый проект и тоже для ТРТ-1, видимо, на смену Милек. Вопрос. Расскажите о новом сериале Чалара Эртугрула и Денис Байсал. Какая компания занимается его производством? Компанию, производящую, вы все прекрасно знаете, это Team ZMB, которая работала над сериалами «Великолепный век», «Обещание», «Однажды в Чукурова», то есть крупнейший производитель на рынке. Но они не работали раньше с телеканалом ТРТ-1. Это будет впервые за 10 лет сотрудничества. Так что посмотрим, что получится. Тимур Савжи достаточно сложный продюсер. Он не любит, когда вмешиваются в производственный процесс. А телеканал ТРТ-1, он любит все контролировать. И там достаточно серьезные ограничения. Например, не думайте, что будут поцелуи. Поцелуи и госканал – это сразу нет на 100%. Сериал будет посвящен разведке. Дело в том, что турецкая разведка, в отличие от государственных спецслужб других стран, она объединена, то есть и контрразведка, и внешняя разведка, и антитеррористические операции производит одна и та же организация. Собственно, поэтому так и называется сериал. Будут снимать в Анкаре. Пока из мужского состава заявлены Чалар Эртугрул и Месут Акуста. Все остальные женские персонажи. Я не знаю, почему они набирают столько женщин. Все-таки сериал должен быть мужским. Я надеюсь, что мужскую команду все-таки объявят. Режиссер Яыз Альп Айкадын. Он очень хороший режиссер. Он работал над сериалом «Обещание». Так что снимать военные мужские сериалы он умеет. Но не думайте, что это сериал про любовь. Такого не будет, это сериал патриотический, возможно, ультрапатриотический, поскольку государственный телеканал предполагает, что будет очень много патриотизма и очень мало любви. Рассчитывайте на то, что вы не увидите то, что, возможно, хотели бы увидеть в сериале, если вы думаете, что это будет что-то по типу «Фазилет». Нет, вы ошибаетесь. Вопрос. Когда выйдет сериал «50 квадратных метров»? Премьера сериала компании БКМ «50 квадратных метров» на платформе Netflix состоится 27 января следующего года. В главных ролях Энгин Остюрк и Айбуке Пусат. Это черная комедия, которая рассказывает о мафиозе по прозвищу Тень Гельге, который является подручным очень крупного мафиозного лидера. Но в один прекрасный день он понимает, что его всю жизнь обманывали, и сбегает вместе с документами, которые принадлежат этому самому главе мафии. Попадая в обычный турецкий квартал в Стамбуле, он понимает, что ему нужно скрыть свою личность, иначе его найдут братья-мафиози и, скорее всего, убьют, и выдает себя за сына владельца лавки, который как раз умер. И начинается история, когда и он меняет квартал, и квартал меняет его. В конце концов, он понимает, что жизнь нормального среднего человека ему вполне нравится и, естественно, влюбляется. Я надеюсь, что будет продолжение. Во всяком случае, Netflix говорит о том, что если сериал пойдет хорошо, то будет второй сезон. Вопрос. В сети многие пишут, что скоро будет финал сериала «Неверный». Это правда? С
такими рейтингами в Турции сериалы не закрывают. Неверный один из лидеров турецких рейтингов. Так что не беспокойтесь. Единственный вариант, когда сериал могут закрыть на таких высочайших цифрах, это если вдруг Джансу Дере соберется и уйдет в сериал Netflix, как уже случилось ранее с Чатаем Улусоем. Но никаких намеков на это нет, так что не беспокойтесь, сериал будет продолжаться, несмотря на то, что основная уже сюжетная линия себя исчерпала, то есть английский оригинал закончился, но я думаю, турки напишут что-то свое. Вопрос. Есть ли новый проект у Серкана Чаяолу? Серкан Чаяолу и Ахмед Курал, тоже известный достаточно актер турецкий, сыграют главные роли в сериале государственного телеканала ТРТ-1, который называется «Кипр». Его готовит компания TMC Film, которую вы, возможно, знаете по сериалу «Тысяча и одна ночь». Сериал будет состоять из 26 серий по 60 минут каждая. Я знаю, что эта компания ранее собиралась снимать историю разделения Кипра, то есть исторический сериал о событиях, которые произошли в прошлом веке, но этот сюжет будет или какой-то другой, я пока вам сказать не могу. Формат, конечно, для Турции немного необычен, обычно сериалы идут 2 часа с лишним, но ТРТ-1 готовит несколько сериалов подобного плана. Все остальные проекты, которые они готовят по 60 минут, это исторические сериалы. Будет ли этот сериал исключением или все-таки действительно речь идет о разделении Кипра? Пока нет информации, но я думаю, в ближайшее время уже появится, поскольку съемки начнутся уже в январе. Вопрос. Когда Эркан Колчак Кестендиль вернется в Чукур? Я соскучилась по Варталу. Я думаю, не скоро. Дело в том, что ситуация эпидемиологическая в Турции достаточно сложная. Людей посадили опять на карантин, причем жесткий карантин. На выходные вообще нельзя выходить на улицу. И съемки сериалов, хотя и продолжаются, но все хуже и хуже. Люди заболевают на съемках, и ведущие актеры заболевают. Постоянно идет информация об этом. И Эркан Колчак Кестендиль решил, вполне, я думаю, разумно, что пока лучше побыть с семьей. У него маленький ребенок, то есть рисковать ему явно не хочется. Они купили большой караван с женой, 10 метров почти, и уехали за город в кемпинг, основались там. И возвращаться в Стамбул он пока не собирается. Во всяком случае, пока не пройдет вот этот вот острый пик эпидемии, вряд ли мы увидим Варталу в Чукуре. Вопрос. Правда ли, что сериал «Мария и Мустафа» делает финал? Будут ли новые сериалы у Джессики Мэй? Что касается «Мария и Мустафа», скорее всего, он сделает финал к концу этого года, поскольку рейтинги у него недостаточно хорошие, чтобы идти на следующий год. Что касается Джессики Мэй, она уже договаривается о работе в фильме, пока не сериале. Фильм будет исторический, посвящен османской эпохе. И также она будет сниматься в рекламе кофе. Я думаю, что она востребована как актриса, так что сериалы будут в следующем году, не переживайте. Но пока, видимо, возьмет небольшой перерыв, чтобы сняться в фильме. Вопрос. Что слышно про Элайду Алишан? Есть ли у нее новый проект? Элайда Алишан только начинающая звездочка. Пока, естественно, главные роли она получить не может, поэтому присоединилась к касту сериала на цифровой платформе новой, которая называется Gain. Сериал называется «Терапевт» и выйдет он в следующем году, в начале следующего года, предположительно в январе или феврале. Вопрос. Есть ли новые проекты у Хули Авшар? Да, есть. Хулия Авшар подписала официально контракт с компанией Goldfilm и ее продюсером Фароком Тургутом. Вы знаете эту компанию по нескольким ромкомам. Номер 309 они снимали, «Раннюю пташку», «Мистер Ошибка». Но они также снимают и серьезные сериалы. И, видимо, в одном из новых сериалов, которые они сейчас готовят, как раз и появится Хулия Авшар, и ее официально уже поприветствовала компания. Вопрос.
Есть ли новый проект у СГ Асаралу? Да, есть. Эсге Асаралу присоединилась к касту сериала «Чудесный доктор», и она сыграет соседку доктора Али Вафа в исполнении Танера Алмеза по имени Эзо. Как вы знаете, «Чудесный доктор» является одним из лидеров турецких рейтингов. Правда, он очень сильно сдал по сравнению с прошлым сезоном, почти в 2 раза потерял. Но, тем не менее, сериал продолжаю смотреть, так что присоединение этой актрисы к сериалу, я думаю, вполне хороший шаг со стороны ее менеджера. Вопрос. Какая перспектива у сериала Чалара Эртурула и Денис Байсал? Друзья, пока не вышел сериал, говорить о том, какие у него перспективы, невозможно. Бывают сериалы, которые вообще не вызывают никакого ажиотажа поначалу, например, как «Ты расскажи, Кара Денис», оказываются суперхитами. А бывают наоборот сериалы, которые пользуются огромным вниманием до выхода, например, тот же сериал «Фатих» с Кенаном и Мирзалалу, по факту оказываются провалами. То есть давайте посмотрим, что будет, когда он выйдет. Первую серию посмотрим, и тогда уже будут видны перспективы. Пока есть плюсы и минусы, как у любого другого сериала. Например, из плюсов то, что сериал делает крупнейшая компания на рынке Team Zombie, и в него вложены очень солидные средства, государственные средства. Похоже, сейчас ТРТ-1, государственный телеканал, это единственный телеканал, который может себе позволить большие расходы на сериалы. Плюс сериал делает сценарная группа Эдхема Азишика. Это один из лучших сценаристов Турдизи, который работает в жанре экшен. Он делал такие сериалы, как «Пайрас Караэль», «Обещание». И наверняка то, что он делает сериал, это очень хороший знак. С другой стороны, есть некоторые минусы. Он не сам делает сериал, делает его сценарная группа, то есть он просто контролирует процесс. Но сценарием занимаются другие люди. Насколько они окажутся талантливыми, я пока сказать не могу. Может быть, даже талантливее его будут в конце концов. Но пока никаких прогнозов на этот счет по поводу их таланта я, естественно, давать не могу. Плюс они еще пишут сценарий другого сериала Team Zombie «Марошанец». Распыление сценаристов на 2 сценария сразу – это не очень хороший знак. И Team Zombie, хотя и крупнейшая компания на рынке, но провалы у нее тоже бывают. Например, последний провал – это «Слово чести». То есть говорить о том, что вот наверняка будет хит или наверняка будет провал, нельзя. Когда сериал выйдет, когда мы увидим результат их труда, тогда и сделаем выводы. В любом случае, то, что я вам могу гарантировать, что сериал дойдет до конца сезона, то есть до мая, без всяких проблем, поскольку это государственный телеканал, а государственный телеканал заказывает определенное количество серий, и если его устраивает результат, они продлевают на следующий сезон. Ситуация, когда вот рейтинги низкие, и сериал закрывается через 2 дня, такого не может быть на государственном телеканале, так что я думаю, что поклонники Чалара и Денис будут вполне счастливы при любом исходе. Вопрос. Сериал «Мафия не может править миром» – это суперхит? Сериал, который идет 6 сезонов и при этом входит в десятку лидеров, естественно, является суперхитом. Отмечу, что «Мафия» – это как бы продолжение неофициальное сериала «Долина волков». Во всяком случае, его делал раньше один и тот же сценарист и продюсер Раджи Шашмас. Потом он ушел, правда. Сейчас уже делают другие люди. Но наследство осталось очень хорошее от этого сценариста, которое позволило продолжить сериал без особых проблем. Плюс там играют еще и актеры, которые снимались в «Долине волков». Так что да, это суперхит, и похоже, он пойдет и на 7-й сезон тоже. Вопрос. Сериал «Запретная любовь» очень легендарный. Почему? Потому что его смотрели и смотрят. Этот сериал имел одни из высочайших рейтингов в истории турецкого телевидения. Плюс его повторяют каждый год. И каждый год его зрители продолжают смотреть. Причем летом повторяют обычно. И он бывает входит в десятку самых популярных программ телевидения турецкого. Несмотря на то, что прошло уже более 10 лет. И все прекрасно знают историю. И тем не менее его продолжают смотреть. Собственно, в этом и есть весь секрет.
То есть история взаимоотношения людей, которая захватывает воображение турецкого зрителя до сих пор, и не только турецкого, его с удовольствием смотрят во всем мире. То есть он легендарный сериал, потому что там снимались прекрасные актеры, потому что его делал прекрасный режиссер, потому что там замечательный сценарий, и просто потому что это очень качественный продукт, штучный, который до сих пор пользуется спросом. Вопрос. Когда ждать выход второго сезона сериала «В ночь»? Была информация, что летом начались съемки, но потом затишье из-за пандемии. Сериал «В ночь» не турецкий сериал, это бельгийский сериал Netflix, первый, кстати, бельгийский сериал. Но я понимаю этот вопрос, поскольку там одну из главных ролей, может быть, самую главную роль, сыграл Мехмет Куртулуш, один из турецких актеров, достаточно известных. Интересно, что он играл и в сериале «Защитник», который был первым турецким сериалом Netflix, и теперь вот он играет в первом бельгийском сериале Netflix. Я надеюсь, может, он еще где-то сыграет первый раз, поскольку он актер достаточно многоплановый и он играет в разных странах. Что касается вашего вопроса, когда выйдет сериал, Джейсон Джордж закончил работу над сценарием, показал сценарий своим подписчикам в Инстаграме, затем занялся сериалом «История подводной лодки» с Кыванчем Татлытуом. Он тоже пишет сценарий к очередному турецкому сериалу Netflix. Но из-за пандемии, естественно, все остановлено, и пока бельгийцы не дадут добро на съемки, все будет заморожено. И турки пользуются случаем, пока европейское производство остановлено из-за пандемии, они быстренько снимают сериалы, которые затем выйдут на Netflix. Тем самым, я думаю, турки получат достаточно серьезное преимущество перед другими странами. Как раз на этой неделе прошла информация о том, что Netflix открывает свой офис официальный в Турции. То есть намерения у него самые серьезные, и это понятно. С 1,5 миллионов человек в прошлом году количество подписчиков увеличилось до 3 миллионов. То есть в 2 раза. Это очень серьезный рост. Не сравнить с ростом, например, в Штатах. То есть в данном случае, естественно, они очень заинтересованы в турецком рынке. Во-первых, это достаточно быстро растущий рынок, который дает прирост почти в 100%. И во-вторых, поскольку у них уже начинает ощущаться достаточно серьезная нехватка оригинального контента, почти 1,5 года остановлена работа над сериалами, это очень серьезный срок, и им нужно как-то пополнять свой каталог. Турецкие сериалы, как один из вариантов пополнения этого каталога, выглядят весьма перспективно. Лично сам владелец этой компании, Рид Хестингс, заявил о том, что они придают огромное внимание именно турецкому направлению, и именно поэтому они открывают свой офис уже в Турции. Вопрос. Какой статус Турдизи у Фарах Зейнеб Абдуллах? Она вроде снимается у крупных продюсеров, она красива, талантлива, но не раз видела насмешки, что ее не зовут, в первую очередь она подбирает предложение о работе. Насколько это правда? Нет, это неправда. Фарах снималась в одном из самых популярных сериалов Турции «Бесценное время», то есть суперхит у нее в карьере все-таки есть. Затем ей не везло с дальнейшими работами. Но это ей не везло только в сериалах. Она снималась в фильмах, и фильмы как раз были удачными. Что касается вопроса «зовут или не зовут», если бы продюсеры обращали внимание только на то, что вот сериал провалился, больше я тебя не позову, им бы не с кем было работать, поскольку сериалы в Турции, как вы знаете, снимаются десятками, сотнями, а хороших, красивых, талантливых актрис очень мало. То есть выбор все равно у продюсеров не очень большой на самом деле. Если они должны позвать кого-то популярного, известного, талантливого и красивого, то список актрис очень невелик, и Фарах Зейнеб Абдуллах как раз в этом списке. Но у нее была, я думаю, большая проблема с менеджером. Он не мог ей найти действительно хороший сериал. Сейчас она поменяла менеджера. У нее сейчас менеджер Энгина Канат, которого вы прекрасно знаете, как менеджера Чаатая Улусоя и Хазал Кая. И сразу, в общем-то, все наладилось. Он ей нашел сериал «Квартира невинных», и сейчас этот сериал является главным суперхитом турецкого эфира. То есть полоса невезения у нее закончилась, как только она сменила менеджера. И я думаю, что в дальнейшем все будет окей.
Этот менеджер умеет доставать хорошие проекты для своих подопечных. Вопрос. Какие самые высокооплачиваемые актеры в этом году? 2020 год выглядит примерно так. Январь-февраль, карантин-декабрь. Говорить о зарплатах актеров сейчас не стоит. Главное, чтобы хотя бы работа была и чтобы не остаться на полгода вообще без зарплаты. Не обсуждают сейчас зарплату актеров, поскольку новые договора, если и подписываются, то тихо, без особого шума. Не принято сейчас обсуждать деньги и вопросы подобного плана сейчас просто не стоят. Не до жиру, быть бы живу. Посмотрим, что будет в следующем году, когда уже пойдет вакцинация. Турция заказала 50 миллионов доз в Китае. Вообще весь турецкий шоу-бизнес – это 1010 человек, то есть при массовой кампании вакцинации их можно привить буквально за один день. И когда вот эта вот ситуация уже разрешится, то начнется уже обычная работа, журналисты будут выяснять, кто сколько заработал, и в следующем году уже, я надеюсь, что все вернется на круги своя. Но в этом году мы остались без пикантных подробностей из жизни турецких звезд. Вопрос. Уже известно, в каком сериале будет играть Джан Яман, или же еще рано что-то говорить? Фарук Тургут. Владелец компании Goldfilm, с которым сотрудничает Джан Яман, говорил, что у него контракт на летний сериал. Обычно летние сериалы начинают снимать, подготавливать, вернее, к съемкам, где-то в марте следующего года. То есть до этого времени я не думаю, что будет что-то озвучено. Действительно, зарубежные фанаты думали, что будет еще сериал для интернет-платформы, но пока никакой информации по этому поводу нет. Сейчас Фарук Тургут занят другими сериалами, он готовит сразу несколько проектов, в том числе и сериал «Беззаконные земли», как раз по книгам о жизни турецкого Робин Гуда Инджи Мехмеда. Но на главную роль, насколько я знаю, он пригласил Угура Гюнеша, который как раз покинул сериал «Однажды в Чукурава», его работа с Тимуром Савджи закончилась, и он ведет сейчас переговоры на участие именно в этом проекте. То есть, несмотря на то, что многие считали, что это будущий сериал Джана Эмана, Фарук Тургут так не считает и ищет другого актера. Вопрос. Правда, что Джансу Дыре в сериале «Неверный» играет то, что пережила на самом деле? Как ни странно, но это правда. Мужа у нее не было, но она очень долгое время, несколько лет, встречалась с известным комиком Джемом Йылмазом. И он ей изменил, причем изменил, слушая ее подругой. И после того, как ее подруга оказалась в положении, он бросил Джансу и женился на этой девушке. Она тоже актриса, Аху Якту. Но затем развелся. Ну а последнее его приключение, вы все прекрасно знаете, он встречался с Сиренай Сарыкая, но и ее тоже, к сожалению, бросил. То есть, действительно, у Джансу есть очень неприятный опыт подобного плана, когда тебя обманывают, и она играет женщину, которую обманули, исходя из собственного опыта. Вопрос. Есть ли новый проект у Гизем Караджа? Да, есть. Гизем присоединилась к сериалу «Плотина», где она сыграет роль адвоката. Похоже, главные роли ей не предлагают в сериалах, но второстепенные она играет с удовольствием, а вообще она живет в Измире, занимается сельским хозяйством и вполне довольна жизнью вместе со своим мужем. Вопрос. Что слышно о сериале Каана Урганджалу и Пинар Денис? Когда начнутся съемки? Съемки уже давно должны были начаться. Что там происходит, я не совсем понимаю. Какие-то проблемы со сценарием, его никак не могут закончить. И, честно говоря, мне уже начинает казаться, что есть какое-то проклятие Пинар Денис. Ей постоянно не везет с проектами, несмотря на то, что она прекрасная актриса. Но надеюсь, что все-таки в новом году телекомпания Айяпым приступит к работе над этим проектом. Вопрос. Есть ли новый проект у Бурджу Бериджик?
Бужу завершила съемки в сериале «Фатьма», который выйдет на интернет-платформе Netflix, и уже нашла себе новую работу. Она появится в качестве приглашенной звезды в одном из самых популярных сериалов этого года. «Красная комната» изобразит пациентку-психотерапевта. И я надеюсь, ее история такая же будет интересна, как и предыдущие истории, которые были рассказаны в этом сериале. Итак, друзья, наш выпуск подошел к концу. Благодарю вас всех за внимание. Я напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы под этим видео, и я попытаюсь на них ответить либо в следующем выпуске, либо прямо под вашим вопросом в этом видео. Мы с вами встречаемся по вторникам. Всего вам хорошего и до новых встреч!